Мы с вами продолжаем разговор под общей темой «Если болит душа», и мы с вами каждый раз пытаемся отталкиваться от какого-то конкретного случая, когда болит душа, из жизни взятого. И чтобы развить это в какую-то такую тему для обсуждения здесь и для понимания причин происходящих с нами несчастья, разочарований. Но главное, чтобы мы с вами увидели пути решения этих проблем. Как этого избегать и как избавляться от этого, если мы не сумели этого избежать. Вот сегодняшний случай. Кстати, по прошлому занятию есть какие-то вопросы? Я взял несколько выдержек из достаточно длинного письма, которое мне прислала одна молодая женщина. Мы с мужем состоим в браке 12 лет. Двое детей. Недавно узнала, что мой муж уже 5 лет изменяет мне с другой женщиной. Когда это вскрылось случайно, он сначала отпирался, потом сознался, просит прощения, говорит, что любит только меня одну, что он кобель по жизни был всегда, что все мужики такие. Когда перебесится, проходит. Обещает, что больше никогда никого у него не будет. Говорит, что раскаивается и просит меня его не бросать. А потом спрашивает меня: «Ты что, никогда не изменяла, что ли, мне?» Я ему когда-то до свадьбы говорила, что все бабы кошки. Он сейчас это вспомнил и все время упрекает меня этим, как будто это я ему изменила. Я никогда ему не изменяла, хотя за мной ухаживали и приглашали на свидание. Я не могу относиться к мужу, как раньше. И его жалко, и себя жалко. Как лучше поступить? Ничего нового. В общем-то, обычная история, правда? Увы, к сожалению. Как говорят, старая штука – смерть, но каждому внове. Старая штука – супружеская измена, но каждому внове. И если это затрагивает тебя лично, то ты, конечно, переживаешь это как катастрофу. Хотя кино на эту тему смотреть любишь, правда? И сериалы даже целые, там бесконечные эти истории – этих супружеских измен, какую-нибудь «Санта-Барбару» или наши сериалы, сейчас их немало уже на эту тему. Мы как-то даже себя тешим этими вещами, думая, что ты где-то там на таком далеком расстоянии от меня, и меня как бы не касается. И когда это оказывается здесь, у тебя в доме, как гром среди ясного неба, вроде бы и предполагал, что такое может случиться, но когда это случается, не хочется в это верить. Прям как со смертью, знаете, так же вот, со смертью. Не зря в Священном Писании есть такие слова: «Сильна, как смерть, любовь». Мы сегодня с вами поговорим вот об этой стороне нашей жизни. Все это будет касаться, конечно, нашего врожденного состояния, которое называется блудная страсть, общее для всех людей, и нам нужно хорошо в этом разобраться. Потому что вся наша жизнь переполнена событиями на эту тему. И можно сказать, что мы на эту тему живем все время. Но мы не всегда понимаем, что с нами происходит, когда мы пытаемся эту страсть удовлетворить. Мы видим, что здесь далеко не все от нас зависит. Вот как в этом письме. Мы видим, что страсть это очень сильная. Вот это взаимное притяжение полов, взаимное притяжение мужчин и женщин сильнейшее.
это вот просто какими-то законами природы объяснить трудно, невозможно даже. В природе, я имею в виду, среди животных, вот такого, как у людей, на эту тему нет. Такой драмы, такой трагедии и такого счастья, таких возвышенных переживаний, такого вдохновения, такого творческого порыва, который подогревает гениев на создание неповторимых шедевров. И это же самое может стать для человека причиной его гибели, его деградации, озверения, осатанения и гибели. Вот это вот, наша разнополость, то, что мы мужчины и женщины. Мы ведь не задаемся вопросом, почему это? Почему мы мужчины и женщины? Почему бы не населить Землю какими-то однополыми существами? И все. Ну, во всяком случае, среди людей. Нет ведь, мы мужчины и женщины. И если мы с вами всерьез отнесемся к Божественному Откровению по поводу того, как Бог создавал человека, то мы с вами увидим, что это изначальный замысел Божий, причем совсем не такой, как мы себе здесь рисуем. Мы читаем в книге Бытия: «И создал Бог человека, мужчину и женщину создал их. И оставит человек родителей своих, прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Не просто создал мужчину и женщину, а чтобы они были вместе, как одно целое. Заповедь-то ведь об этом, чтобы одна плоть. И вот мы себе представляем это по-своему, да, здесь. Как это одна плоть должна быть. И все время не так. То, что нам здесь представляется сейчас, в нашем состоянии падшем, это совсем не то, что имел в виду Бог, когда создавал человека. Мы видим, что то, что с нами происходит, когда мы пытаемся соединиться вместе, несмотря на весь спектр чувств, самых иногда ярких таких, иногда таких восторгов, которые мы можем переживать, это все сопровождается каким-то надрывом, каким-то болезненным напряжением наших сил, душевных и телесных. Мы видим, что именно вот в этой сфере нашей жизни мы настроены стать счастливыми, обрадоваться вот в этом союзе мужчины и женщины. Мы, наверное, чаще всего разочаровываемся и страдаем. Наверное, как нигде в другом месте мы здесь терпим столько катастроф, столько несчастья, столько горя. Именно вот на этом поле, где люди по замыслу Божьему должны быть счастливы, где жизнь должна быть сама полнота. И здесь нам не обойтись с вами без вот той первой трагедии, которая произошла с людьми в раю. Если мы в этом не разберемся, мы не поймем, что с нами происходит на сексуальном фронте. Что с нами происходит, когда мы мужчины и женщины. Когда юноши и девушки достигают периода половой зрелости. Да, когда-то действительно вот это единство мужского и женского начала в человеке и было той самой полнотой жизни. Когда каждый из них был вполне человеком, и не просто человеком, а человеческой личностью, личностью был, богоподобный. Но при этом они были вместе соединены в любви, о которой мы с вами читаем в Евангелии. Заповедь новую даю вам,
говорит Христос, да любите друг друга. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот здесь у нас все время происходит какая-то, знаете, ну что ли, интеллектуальная пробуксовка. Простая же заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А что это значит? Некоторые говорят, надо сначала полюбить себя, а потом уже вот так, как полюбил себя, уже любить ближнего. Как будто бы мы себя не любим. А как это было там, в раю? Там человек видел в человеке отражение Бога. Конечно, во всей полноте даже первозданные люди, именно просто потому, что они тварные создания, они видеть Бога как абсолютного Духа не могли. Хотя мы и говорим, что там было общение людей с Богом максимально возможное для еще не падшей твари. И именно это определяло все самые замечательные свойства человеческой природы в раю. Но видеть человека, видеть Бога можно было в человеке. Вот неповрежденным грехом, взором духовным можно было видеть образ и подобие Божие в другом человеке. А это настолько завораживающее зрелище, что человек забывает про себя. Кто он? Вот иногда, ну, видишь какое-нибудь глупое видео в интернете, там, в Ютубе, и там какая-нибудь девушка, легкомысленно одетая, идет по тротуару, какой-то мужчина это заснял, а внизу написано, и тут я забыл, куда я ехал. То есть он как бы забыл про себя. Но это, конечно, совсем не то. Вот это вот самозабвение ради другого человека стоит того. Другой человек, вот мужчина для женщины и женщина для мужчины, это то, ради чего стоит забыть про себя. Ради себя же. Ведь эта заповедь дана людям не для того, чтобы они... ну, исчезли и перестали сами развиваться как личность. Забудь про себя и вот весь растворись в другом. Наслаждайся лицезрением этого отражения Бога, этого образа Божия, явленного чувственно. Наслаждайся. Нет, вот это самозабвение ради другого человека, вот это любовь, это то, что обеспечивает нам полноту жизни. Человек – это не тот, кто что-то потребляет в норме. Нормальный человек. Это не тот, кто ищет чего-то своего в жизни. Это существо богоподобное, а значит, излучающее все то, чем Бог его наделил, вне себя, изливающее эту полноту жизни на другого человека, на другое существо. Вот это норма. Человек – это солнце, он должен светить. Помните, как Христос говорит, «Да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Он говорит, «Вы свет миру». Человек – это излучающее любовь в этот мир создания. Ничего для себя. Вот это залог жизни человеческой полноценной. Это. Когда ничего для себя. Все, что у тебя есть, другому. Да человек, который знает Бога, он и не считает, что у него что-то есть. Он с удовольствием, с радостью это все отдает, потому что сам процесс самоотдачи, он необыкновенно сладостен для человека. Нет большего счастья, чем посвящать свою жизнь другому человеку. Это такова норма. Это и есть любовь.
о которой говорит христианство все время. Грех изуродовал человека. Вот с этого все и началось. Мы вот не всегда отдаем себе отчета, что произошло с женой человека, ее тогда Евой еще не называли, когда дьявол ее соблазнил. На что он ее соблазнил? На то, чтобы разорвать отношения с Богом. На то, чтобы стать самодостаточным, как Бог. Независимым от Бога. Станете как боги. В отношении Бога у человека точно такое же устремление. Он Богом поглощен, он заворожен им в норме. И он ничего другого не хочет, как быть как Бог. И вот когда это все свелось к конкретному предмету природы, к объекту, висящему на дереве, да, как пишет нам Библия, вот плод познания добра и зла, о котором предупредил Господь, не вкушайте, ибо в тот день, в который вкусите, смертью умрете. А дьявол говорит, нет, не умрете смертью, но станете как боги. То есть, совершенная полнота наступит в жизни. Бог это знает, поэтому вам этого не дает. И вот посмотрите, Ева обратила внимание на этот плод. Она отвернулась от Адама. Она на какое-то время отвлеклась от того, с кем она одна плоть, в ком она как бы растворилась и про себя забыла. И она посмотрела на что-то еще. И посмотрите, что она увидела, что этот плод приятен на вид, благоухает и обещает быть вкусным. Впервые в жизни в человеке проявился эгоизм. Что-то для себя. Все, вот это и есть катастрофа. Человек перестал быть самим собой. Он потух. Он погас. Мало того, он не просто погас. Он стал черной дырой. Человек после грехопадения – это уже не солнце, которое что-то излучает, а это черная дыра, которая все поглощает вокруг себя. Ненасытно. Мы же это знаем по собственной жизни, по тому, как живет наше общество. Всю человеческую историю. Человек все время ищет что-то своего, себе. За счет других людей. Для него, для падшего человека, другой человек – это уже не тот, в ком нужно растворяться и кому нужно посвящать себя. Нет. Это тот, кому я себя противопоставляю и использую его для себя. Я на него смотрю так же, как на этот запретный плод. Он приятен на вид, иногда благоухает, если надухнится туалетной водой какой-нибудь. И обещает быть вкусным. Эгоизм, себелюбие. Все перевернулось с ног на голову. Все вывернулось наизнанку в человеческой природе. Человеческая природа вывернулась шиворот на выворот. Человек после грехопадения – это какая-то страшная изнанка человека. Но при этом мы не перестали быть мужчиной и женщиной. Заповедь, да оставит человек родителей своих, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть никуда не делась, она на века. И мы это чувствуем. Мы сейчас чувствуем то, чего никогда не испытывали Адам и Ева в раю. Вот это притяжение друг к другу. Они были абсолютно спокойны, потому что они были слиты. Как знаете, два магнитика, разноименно заряженные, когда они соединены, все хорошо, тихо, спокойно лежат. А вот попробуй их разъедини, и ты почувствуешь, что
нужны какие-то усилия воли. Чтобы сначала, чтобы разъединить их, нужна какая-то энергия мощная, гораздо сильнее, чем то, что их соединяет. А если ты вот так вот перевернешь их, то их невозможно соединить. Они друг от друга отталкиваются. А если уж они притягиваются, то попробуй удержи. Если ты их чуть-чуть сблизил, попробуй их удержи. И они больно ударяются там друг от друга. Вот такие мы разъединенные. Поэтому мы и испытываем это сильнейшее притяжение друг к другу, что мы разъединены. Никакого покоя мы не знаем на эту тему. Вообще никогда, всю жизнь. Мы умиляемся, глядя на маленьких детей, которые не достигли половой зрелости, и нам кажется, какие несчастливые. Они этого всего еще не знают. И мы всегда, вот родители, я не знаю, как вы, а я всегда, вот, как у меня девчонки половой зрелости достигали, я всегда как-то жалел вот, о том, что проходит этот период этой невинности, когда для них лица противоположного пола, мальчики, когда они еще, как мальчики, неинтересны. Когда они могут с ними там дружить, общаться там, как однополые существа. А потом, когда наступает половая зрелость, началось. Держи ухо востро. Будь очень внимателен. Уберегай своих детей от опасностей, с которыми связано это половое созревание. Потому что началось притяжение. И мы видим, что если мы сами предоставлены себе, и вот эту проблему взаимного притяжения решаем сами, как можем, ну, как нам заблагорассудится. Руководствуясь страстями, как заблагорассудится, это значит, руководствуясь блудной страстью, с которой мы с вами родились. Мы другим ничем руководствоваться не можем в жизни. Может быть, и хотели бы, но не получается. Получается только, как страсть велит. И тогда мы видим, что из этого ничего хорошего не получается. Получается сплошной эгоизм, сплошное себелюбие и сплошное самообслуживание. Даже не самообслуживание, а хотя и до этого тоже доходит очень часто, а обслуживание себя за счет другого человека, всех своих потребностей. Мы даже и ищем другого человека, чтобы нам было хорошо. Мы его ищем под себя, для себя. Как и все остальное в жизни мы ищем для себя. Как мы выбираем товары в магазине, как мы ищем там себе, выбираем автомобиль по себе. Знаете, есть такая песня, каждый выбирает по себе. Женщину, религию, что еще? Дорогу по себе, все под себя. Это источник всех наших бед и несчастья, вот этот наш эгоизм. Жизнь на тему себя самого. Да, мы мужчины и женщины. Да, в нас живет мощнейшее стремление восстановить то единство, которое было в раю. Мы даже его, про него не знаем. Мы никогда его не переживали, у нас такого опыта нет. И здесь никогда не будет такого опыта. Но вот это стремление мощнейшее к восстановлению того единства живет в каждом человеке. И в нас живет уже падший Адам и падшая Ева. В нас живет эгоист, себелюб. В нас живет гордец. Тщеславный, самодовольный, самонадеянный гордец. Все люди рождаются таким. Поэтому все, что будет с нами происходить на фронте любви, на любовном фронте, это будет что-то очень болезненное. Это все будет очень и очень замешано на нашей страсти, где чего-то чистого, подлинного, относящегося к тому первозданному, не найти днем с огнем. Мы где-то внутри чувствуем, что это оно и есть. Вот это вот наше
стремление друг к другу, это и есть то, где мы обретаем полноту жизни. Мы не ошибаемся, это так оно и есть. Там мы обретаем ту полноту жизни, которую Бог задумал о нас с самого начала. Но если мы с вами забудем, что мы уже грешные, падшие, то тогда мы будем все время разочаровываться, мы всегда не будем понимать, что с нами происходит. Почему столько драмы, столько крови, столько недоразумений, столько вот этих вот супружеских измен бесконечных, обмана? Сколько, почему столько распавшихся семей? Потому что мы эгоисты. Недавно моя дочка, мы как-то разговаривали на эту тему, и вот недавно исполнилось 17 лет, она говорит: папа, ты меня сегодня просто убил. Вот когда ты сказал, что любовь — это не чувство, я даже сейчас не знаю, что на эту тему и думать. Ну да, слишком много чувств. Это очень, знаете, зажигательно все для наших чувств, для нашей чувственной сферы. Поэтому мы думаем, что если в нас воспламенилось что-то в нашем сердце по отношению к другому человеку противоположного пола, то, наверное, вот это она и есть, любовь. Если бы так, если бы так было, если бы вот просто, знаете, с первого предъявления в нас загорелось все самое святое. И заработало бы, и обеспечило бы нам счастье. Нет этого, нет и не будет. И пока мы здесь живем, это во всей полноте недостижимо. Это достижимо, забегая вперед, скажу, в христианском браке. Вот в этом смысле самое, что ли, максимальное приближение к тому, что было в раю, и когда там люди были счастливы максимально, это христианский брак. Церковь учит любить мужа жену, а жену мужа так, как любили Адам и Ева друг друга в раю. И даже, может быть, еще и выше. Она предлагает мужу любить жену, как Христос любит свою церковь. А как Христос любит свою церковь, у нас изображено на наших нательных крестиках, на каждом распятии в храме. Он умирает. Он отдает себя на смерть за любимую церковь. А для жены муж, он, да, существо тоже богоподобное. Потому что он свою жизнь посвящает жене. Поэтому жене можно абсолютно довериться до такой степени мужу. И ничего не бояться. И быть спокойно за мужем. За мужем. Как за каменной стеной, и в нем успокоиться. Быть уверенной в нем. Женщина здесь, она имеет мужа посредником между собой и Богом. Если она за мужем, а муж предстоит перед Богом и любит жену так, как Христос, церковь, она может быть абсолютно спокойна и счастлива. Поднимите руки, кто это видел в жизни. Я тоже, пока не встречал. Ну, во всяком случае, чтобы это было что-то такое постоянное, устоявшееся. Мы видим, как сейчас это происходит в церкви с теми, кто никогда так не жил, как это, ну, что ли, вновь реализуется в христианских браках, в христианской семье. И мы видим, что это не всегда происходит линейно-поступательно. Мы видим, что и у них тоже это происходит с надрывом, с напрягом, с недоразумениями, со скандалами, с выяснением отношений, с награни распада и так далее. Не даст наш эгоизм, вот тот, который нас так подвел тогда, его подвел, который стал принципом нашей жизни, себелюбие. Мы развернулись в свою сторону. Нам больше некого любить.
Человек после грехопадения, когда он обратил внимание на что-то больше, чем на Бога, он потерял Бога. И для него это, на что он обратил внимание, стало главным внешним впечатлением. Вот в Ветхом Завете еще сказано: «До ревности любит Дух, живущий в нас». Бог до ревности. И если мы Его кому-то предпочли, Он нас оставляет. Пожалуйста. Он не то, что, знаете, там как обиженная супружеской изменой жена, не знает, что делать, хлопнула дверь и ушла. Она, кстати, это делала, потом вернулась. Нет, он это делает, потому что любит. И как помните в той песне? Если мой друг влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти. Вот так Бог действует. Третий лишний, он уходит. Это мы так себя не ведем очень часто в жизни. Это мы за свое держимся, хватаемся, наше, мое, дай мне, и так далее. А Бог не так. Он говорит: пожалуйста, если что, позовешь. Если я тебе понадоблюсь, я всегда приду. Мы остались одни, и для нас другой человек стал главным внешним впечатлением. Что-то похожее на Бога рядом с нами, особенно если оно противоположного пола. Мы там, что-то в нас сразу раз срабатывает какое-то короткое замыкание, и мы чувствуем, что перед нами какое-то богоподобное существо с такой красотой, с такими качествами душевными и телесными, что мы прямо так и говорим: я тебя обожаю. Я тебя обожаю. То есть я из тебя Бога делаю. Больше не из кого, увы, только из тебя. А очень хочется кого-то обожать. Очень хочется присутствия божества в жизни. И человек другой, мужчина или женщина, могут стать вот таким кумиром, заменителем Бога для другого человека. Но не для того, чтобы ему поклоняться, как Богу. Не для того, чтобы ему служить, как Богу, и посвящать себя ему, как Богу. Нет, наоборот. Подстраивать его под себя. Чтоб ты был рядом, чтобы мне с тобой было хорошо. Ты куда пошел? Или ты куда пошла? Ну-ка вернись. Мне же плохо без тебя. Давай обратно. Не-не, ты не уходи. Он ей говорит: ты меня не бросай. Мне без тебя плохо. Вот этот непреодолимый эгоизм никогда не даст нам насладиться семьей, браком. Если мы воспринимаем человека как объект для удовлетворения своих сладострастных вожделений, как говорил Христос: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. И если мы вот так вот смотрим на другого человека, то этот человек, когда мы достигнем желаемого, он перестанет нас интересовать. Если мы не преодолеем свой эгоизм, свое себелюбие, нам человек, проще говоря, надоест, как надоедает все эгоисту, что бы он в жизни не попробовал, в том числе и люди. Даже если там в начале, когда была такая волна неудержимая чувств, казалось, что это любовь, и я хочу, чтобы ты всегда была со мной, и я пишу там стихи, на руках тебя ношу, и так будет всегда, и всю жизнь буду тебя вот так вот на руках носить. Это все не то, это все неправда. Это все обязательно пройдет, закончится, потому что человек — черная дыра. Он съел человека. И все, что ему нужно было, он все получил, и он человека выплюнул, как рыбий скелет. Человек ему не интересен. А жрать-то хочется. Страсть блудная, она ненасытна. Ее невозможно удовлетворить никак. Можно на ней опустошиться, когда уже потом не хочется жить. Но чтобы успокоиться тем, что она требует, это невозможно. И поэтому человек будет все время смотреть еще куда-то.
Он, женившись, считает, что он не перестал быть мужчиной. Он не перестал замечать женскую красоту и имеет право. Он имеет полное право смотреть на женщину с вожделением. Он же мужчина. Что, мне теперь глаза завязать, что ли? Или там не ходить на улицу, дома сидеть, не работать нигде. Или жену всегда с собой водить. Так мы знаем, что это не помогает. Все дело в эгоизме. Когда мы используем другого человека для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот это и есть блудная страсть. Блудная страсть, когда все самое важное, что в нас есть, как в мужчинах и женщинах, жизненно важное, чтобы мы соединились вместе и этим спаслись, чтобы мы этим восполнили недостатки друг друга, когда мы вместе. И чтобы мы научились любить, когда мы муж и жена. Когда мы, соединившись вместе, не разлетелись, несмотря на все центробежные, эгоистические в нас настроения, а вытерпели друг друга рядом с собой, вытерпели ради чего-то святого, ради чего-то, что для нас гораздо более важно, значимо и более свято, чем все наши личные желания, все наши личные земные цели. Если мы это сделали ради Христа. Ради Христа. Потому что другой причины, ради которой это нужно делать, вообще-то нет. Если не ради Бога, то тогда ради чего? Если Бога нет, то тогда ничего не свято. Тогда и человек не имеет никакого сакрального значения для меня. Человек для меня становится просто предметом потребления. Все. Так вот, это было всегда, во все времена, до тех пор, пока Бог не стал человеком. Это только в церкви люди узнали, что такое брак. Представляете? Люди знают, что такое брак последние 2000 лет. Только. До этого они думали, что то, что они делают, это семьи, что это настоящий подлинный союз мужчины и женщины. Если мы с вами повнимательнее почитаем историю, то мы увидим, что все цивилизации погибли от блуда. Очень даже высококультурные, высокорелигиозные, но языческие цивилизации погибли именно от блудной страсти, от тех безобразных финалов, которым она приводит. Когда уже не мужчина и женщина притягиваются друг к другу, а когда мужчины друг к другу притягиваются, и женщины друг к другу, не обращая внимания на противоположный пол совсем. Это финал. То есть исторической перспективы уже нет. После грехопадения люди стали смертны, поэтому в браке между мужчиной и женщиной восстанавливается умершее поколение. И не только восстанавливается, оно должно приумножаться. Как сейчас нас учат ученые, коэффициент рождаемости должен быть не менее 2,3. 2,3. Тогда нация сохраняется. Не вырождается. Если меньше, то уже вырождается. К слову сказать, что в Европе коэффициент рождаемости средний 1,8. А у мусульман, которые живут в Европе, 8,1. Коэффициент рождаемости. У нас 2,4 стал. 2,4. Представляете? То есть мы даже чуть-чуть имеем какую-то тенденцию, ну, опять-таки, за счет мусульман. Ну да. Вот такая у нас нация, вероятно, потом и будет. Так мы будем выглядеть. Так вот, преодолеть эгоизм можно только в христианстве. Преодолеть эгоизм можно только с Божьей помощью. Выполнить заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя» можно только, когда ты это делаешь вместе с Богом. Когда ты с ним соединяешься для того, чтобы он для тебя стал тем, кого ты будешь любить. Чтобы он для тебя стал реальностью, Бог. Чтобы мы его увидели.
Да, только с Богом. Если между нами и Богом есть какое-то препятствие, то я никогда не смогу насладиться любовью. А мы приближаемся к Богу, если мы терпим друг друга. Вот Бог говорит, вам нужно только потерпеть. Не только друг друга, а вообще все. Если хочешь идти по мне, то есть достичь совершенной блаженной жизни в любви с Богом навсегда, отвергни себя, он говорит. Это то, о чем мы вначале говорили. Забудь про себя. Я же здесь. Ты можешь про себя забыть. С тобой ничего не случится. Так говорит отец сыну, когда тот боится сделать первый шаг, когда учится ходить. Он говорит, я же здесь, я тебя поймаю, иди сюда. Ну, ничего не бойся. Отвергнись себя. Возьми свой крест. Крест – это все то, что у нас будет в жизни. Все, что нам Бог даст. В том числе и людей, в том числе и жену, в том числе и мужа, в том числе и детей. Это все наш крест. Это становится для нас крестом, когда мы забываем про себя. Тогда мы понимаем, что нам жена и муж даны во спасение, что нам нужно это нести как крест, терпеливо, с надеждой на счастье, с надеждой на то, что из этого родится любовь. Христос говорит, любовь только из этого, она даром не дается. Влюбленность, которая приводит людей в брак и позволяет людям согласиться стать мужем и женой, это не любовь. Нет-нет, это все замешано вот на том эгоизме, с которым мы вышли из рая, из-за которого мы рай утратили. Это сплошное себелюбие. Это сплошное самолюбование. Это сплошное вглядывание в свое отражение в глазах другого человека. Иногда даже так прямо так вот в глаза посмотреть и вот так вот там прихорошиться. Ну-ка дай-ка посмотреть тебе в глаза. И он думает, что она ему в глаза смотрит, а она смотрит на себя. Выяснить, как она выглядит. Вот когда они согласились стать мужем и женой, вот тогда мы видим, до какой степени мы совсем не то, что мы о себе думали. До какой степени мы нехорошие. До какой степени мы блудники. Мы можем из-за блудной страсти попирать все самое святое. Вот все то, что было совсем еще недавно, к чему мы относились как к самому лучшему, что с нами в жизни случилось, мы можем это, на это наплевать и растереть. И мало того, еще предъявлять претензии к этому гаду, который мне всю жизнь испортил, тем, что уговорил меня замуж выйти за него. Мужчины так же себя ведут. Мы только в браке это все обнаруживаем. Нас, конечно, если мы к этому были не готовы, то, скорее всего, брак обречен. Потому что для эгоиста, для человека, для которого его эгоизм – это его основная парадигма, он по-другому жить не может и не хочет, то, что он обнаруживает в своем избраннике, когда создалась семья, это делает невозможным жизнь с ним. Не-не-не, это не мое, не, это не мой человек. Мы с ним не сошлись характерами. Я ошибся, да. Ошибка молодости. И потом одна ошибка за другой. Сплошные ошибки до тех пор, пока человек не увидит, что дело в нем. Не в других людях, а в нем. Что это он не может терпеть людей. Что это он никого не может любить. Он может захотеть другого человека присвоить себе, попользоваться им и потешить себя на тему любви, себя любимого потешить, а потом разочароваться в нем и отказаться, и опять сказать, это не мой человек. И так блудить всю жизнь. Нам он сейчас предлагает такого персонажа, как объект для подражания. Американского миллиардера, ставшего 45-м президентом США, и рассказывает его биографию. Ну, детям надо уши затыкать. Человек всю жизнь блудил. Даже наш президент
об этом сказал вслух. Говорит, я же помню, говорит, когда Трамп приезжал к нам в Россию, когда тот еще был бизнесменом, налаживали контакты с нашими там госкорпорациями. Он говорит, сразу пошел к проституткам. Женатый человек. Потому что на самом деле, если у человека нет ничего святого, если самое святое – это он сам, то тогда женщина для него – это просто вот такой предмет для потребления. Знаете, я еще, когда только-только сотовые телефоны появились, я тогда еще иногда ездил на общественном транспорте по городу. И такой разговор, значит, сидит мужчина, ему кто-то позвонил, он говорит по телефону с таким удовольствием. Там его куда-то приглашают на какую-то вечеринку, и там будет баня. Он говорит, баня? И он, вот здесь стоят женщины, дети, я тут стою. И он спрашивает, так, даже мне показалось, что он демонстративно это сделал. А там будут женские половые органы? То есть у меня все, понимаете? Вот кто для него женщина? Ну, это вот такое туловище для использования. Кстати, в исламе отношение к женщине именно такое. При всех поэтических достоинствах Корана нравственность вот такая пополовая, она не предусматривает равенство между мужчиной и женщиной. И женщина там является де-факто сексуальным объектом. Там даже рай для мужчин в исламе представляется именно так, когда там будет множество гурий, то есть девственниц в раю, с которыми ты будешь бесконечно совокупляться. И без зазрения совести. Вот, это как бы воплощенный идеал блудной страсти. Вот мусульманский рай. Вот он такой, да. Да? Когда будет еды навалом, чувственный рай, вот то, что может человек представить себе здесь в виде счастья, когда у тебя море денег, когда у тебя полный холодильник продуктов, когда у тебя накрыт стол, всегда сервирован по-праздничному, и там можно напиться, причем там можно напиться, здесь нельзя, там можно, там будет вина навалом, там, пожалуйста, здесь нельзя. И все это, видите, насчет чувственной сферы. Все удовольствия, вот, которые, о чем здесь мужчина может мечтать, все будет там, в раю. Ну и, в общем-то, если человек не христианин, то он себе земную жизнь, счастье земное, он себе представляет именно так. Современная цивилизация, постхристианская, западная, она пошла по этому пути, чтобы человек мог максимально удовлетворить все свои страсти. Особенно блудную. И сейчас мы видим, как это в постхристианской Европе, в какие формы это отливается в безобразные. Ну, там детей развращают искусственно, раздраконивают в них блудную страсть, как только у них приближается период полового созревания. И внушают им, что любые способы снятие полового возбуждения законны и полезны для здоровья. Мы знаем, что у мужчины и женщины по отношению друг к другу возникает вот чистой воды половое возбуждение, при котором большую роль играют гормоны, там вся нейрофизиология, вся наша там душевно-телесная организация, которая в христианстве имеет название чрево. И поэтому в христианстве эта сфера, она сдерживаема всегда. Это нужно сдерживать. Когда в человеке проснется блудная страсть, только держи, иначе погибнет.
А постхристианская цивилизация, она пошла по другому пути. Разогреть, подогреть, раздраконить, раздразнить блудную страсть. И если папа ругает сыночка за то, что тот занимается рукоблудием, у папы будут проблемы с органами опеки. Нельзя. Он свободный человек. Ты что, папаша? Белины объелся. Как будто ты сам этим не занимался. Вот и не лезь. Не твоего ума дело. И вот вся психология в половой сфере, она построена именно таким образом. Сейчас там пытаются узаконить, где-то уже узаконили близкородственные связи, инцест. Ну, я уж не буду говорить, что такое инцест, чтобы это здесь не осквернять стены. Вот по этому пути, чтобы не было препятствий, чтобы человеку не совершать над собой никаких усилий, нельзя. Свободный человек должен жить так, как он хочет. Вот это светский гуманизм, где Бог выведен за скобки, где нет для чего, нет того, ради кого я должен оккультуривать свои страсти, сдерживать их, избавляться от них, преодолевать их господство в себе. Я отказался от этого существа, от Бога. Ну тогда все, Достоевский говорит, если Бога нет, тогда все позволено. Тогда все законно. И можно понять людей, оторвавшихся от Христа, можно понять. Вот именно их можно понять. У нас могут быть проблемы там с язычниками, а вот с людьми, отказавшимися от Христа, все понятно. Потому что искажение лучшего становится худшим, самым безобразным. Ну и я уже не говорю там о так называемой однополой любви, однополых браках и так далее, которые стали равночестными, эти отношения стали равночестными, и пока еще их называют сексуальными меньшинствами. Пока. Но они настаивают на том, чтобы перестать быть меньшинством. И удивительное дело, у человека, одержимого блудной страстью вот в такой форме, неудержимое стремление к власти. Как будто бы человек хочет, оказавшись у власти, поскорее узаконить то, что с ним происходит. Мы же видим, вот как у нас это происходит. Как только отменили 221 статью за мужеложество, у нас мужеложники оказались все во власти и на телеэкранах. И они демонстрируют свой образ жизни, свое отношение к половой сфере так, чтобы убедить всех, что они такие же, как все. Что это нормально, нормально, нормально. Даже, может, и лучше. Даже лучше. Так вот, возвращаясь к этому письму. Что может позволить себе мужчина, семья неверующая? Вернее, она вот только благодаря этому начала ходить в церковь, а муж-то нет, он так и ходит мимо. Здесь ничего не поделаешь. Его исправить никак нельзя. Мы должны это понять, что если это брак не христианский, если целью брака является не Христос, то тогда брак становится просто узаконенной формой удовлетворения своей блудной страсти. Хотим мы этого или нет? Потому что мы блудники. Мы родились с блудной страстью. Брак может уврачевать блудную страсть. Мы в браке можем ее преодолеть, выздороветь и насладиться настоящей любовью, когда мы забываем про себя ради другого человека. Вот тогда мы счастливы. Но это предполагает труд. Это предполагает то, что брак – это ежедневная, постоянная работа над собой. Это несение этих мученических венцов, которые в церкви на браковенчании свидетели держат над брачующимися, которым потом нужно стать царственными. Вот когда наше мученичество ради Христа в семье увенчается любовью, то вот это и будет Царствие Божие, которое, начавшись здесь, уже не закончится никогда. Когда
то, что касается нашей половой разницы, уже не имеет такого значения. Да, муж и жена любят друг друга всем, что у них есть. У них Богом дано все, чтобы максимально друг друга любить, раствориться друг в друге и насладиться этим, в том числе и чувственно. Но любовь – это когда не чувства, это когда такое состояние моего духа, когда я и он, я и она – это одно целое. Когда я не представляю себе жизни без него, потому что я им живу или я ею живу. Мне ничего и не нужно без него и без нее. Я и сам-то, у меня собственная жизнь моя теряет смысл, если я не ради нее живу или не ради него. Вот это счастье. Тогда я по-настоящему счастлив, что есть этот человек, которому я себя могу посвятить. И горе утраты супруга, это когда его нет, потому и теперь мне некому себя посвящать. У меня свет погас, потому что он для меня был образом Божьим, которым я восхищался, несмотря на все мерзости, которые он в жизни творил. Помните вот такое высказывание есть у Достоевского? Оно касается русского народа. Он говорит: не судите о русском народе по тем мерзостям, которые он творит, а судите о нем по той святости, к которой он стремится, по тому, каким он хочет быть. Так вот, мы любим в человеке именно это, каким он хочет быть, а не какой он есть. Чтобы увидеть, каким он хочет быть, что он по-настоящему любит и к чему стремится, что душе его мило, и почему она так тоскует, нужно сначала вытерпеть те мерзости, которые он творит. Тогда Бог тебе откроет это зрение. Вот тогда ты полюбишь. Потому что это полюбить, не полюбить невозможно. Нас так ангелы любят. Вот наш ангел-хранитель, он нас так любит, он нас знает. Лучше нас самих. Поэтому он самый лучший наш друг. И единственное, что может уврачевать вот такой брак, это, конечно, взаимное раскаяние. Взаимное. Потому что если он изменил на деле, то второй на деле не изменил. Но предложения были. И я не думаю, что она шарахалась от этих предложений, как, знаете, ой, что вы, и тут же забыть, не дай Бог. Нет. Нам всем есть в чем каяться, когда мы мужья и жены в этом. И, может быть, всю жизнь есть в чем каяться. Блудная страсть покушается на нашу любовь. Всегда. А это самое святое. Это то, чем мы спасаемся. Семья, христианский брак, это рай на земле. Он должен стать раем на земле. Конечно, не во всей полноте. Но это становится тем, на чем мы въезжаем в Царствие Божие, если мы достигаем этого состояния любви. Значит, замысел Божий состоялся. О нас. Ну ладно. Вот сегодня мы с вами в таком ключе поговорили о блудной страсти. Какие есть вопросы? Уточни, садомские грехи – это что? Говорят, это вот как раз мужеложество. Еще какие вопросы? Хорошо, брак не сохранился, теперь все в аду будет. Нам обязательно придется за это отвечать на суде. Если мы не сохранили брак, если мы не вытерпели жену, которую нам дал Бог, и мужа, которого нам дал Бог, а Бог, когда дает жену или мужа, он никогда не ошибается. Это мы думаем, что это мы влюбились, люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Это и так, и не так. Много кто встречается,
но не во всех влюбляешься. И не каждому говоришь, выходи за меня замуж. Да, мы, когда испытываем первое разочарование, мы считаем, что мы ошиблись. Не ту выбрал. Ту. Если все дошло до брака, если Бог попустил стать мужем и женой, все, это тот самый, не переживай. Тот самый муж, та самая жена, можешь не сомневаться. Терпи. Имеется в виду брак венчания? Вы знаете, это происходит еще до венчания. Вот венчание – это уже христианская культура, христианское оккультуривание брака, без которой эта семья может стать невозможной. Невозможно реализовать намерение быть мужем и женой без Бога. Это не выдержит испытанием времени. Блудная страсть не даст, все остальные страсти не дадут. Эгоизм не даст никогда нам дотерпеть до Царствия Божия друг друга. Не даст. Это можно только с Богом. Если Бог изначально создал семью в раю, а люди грехом ее разрушили, эту семью, то тогда восстановить эту же семью люди могут только с Божьей помощью, с помощью автора. Мы должны всегда ему говорить: Господи, вот мы тут решили стать мужем и женой, помоги. Или даже вот просто сделай нас мужем и женой. Потому что у нас желание-то есть, а возможностей нет никаких. Ты нас сам сделай мужем и женой. Таинство браковенчания – это вот это и есть. Это там целая, знаете, там такая драматургия в таинстве браковенчания. Если внимательно прислушаться к молитвенным текстам этого таинства, там вся история рода человеческого описана. Вот в этой плоскости. Там упомянуты все наши патриархи, праотцы. Как они женились, как они были мужем и женой с Божьей помощью, а не абы как. И это такой, знаете, заряд на всю жизнь для двух христиан, таинство браковенчания, когда мы его потом только развиваем. Вот то, что мы получили от Бога в таинстве браковенчания, мы за этим очень тщательно следим. Как вот, знаете, за семечком, которое нужно поливать, все время там в тепло его ставить, чтобы оно не замерзло, чтобы оно дало ростки какие-то и так далее. Вот так же мы к таинству браковенчания относимся. Это что-то такое, неприходящая ценность. Вот сегодня у меня была женщина одна на консультации, молодая. Тоже семейные проблемы. Я говорю: вы венчаны? Она говорит: нет, я боюсь. Я боюсь. Это слишком, ну, большая сейчас ответственность. Когда я уже поняла, спустя столько лет и столько мытарств со своим мужем, что такое таинство брака венчания, мне сейчас страшно с ним венчаться. Потому что я уже все, перегорела. Я боюсь, что я нарушу брачный обет. Вот тогда бы, может быть, еще, да, а сейчас уже нет.